Последний звонок прозвучал для выпускников гимназии Дмитров. В этот понедельник был самый трогательный и волнительный день для тех, кто уже скоро навсегда попрощается с родной школой. Глава Дмитровского округа Илья Поначевный, открывший празднование в честь последнего школьного звонка для старшеклассников гимназии Дмитров, пожелал им поступить именно в те учебные заведения, которые они уже выбрали, и добиться исполнения своих самых амбициозных целей в жизни. Ребята, вам очень сильно повезло. Повезло, потому что вы обрели здесь новых друзей, вы обрели здесь место поддержки, вы обрели здесь, со мной, наверное, родители согласятся, второй дом. Можно же я скажу от лица родителей? Дом, который всегда вас встретит, всегда поможет, подскажет и... какой-то тяжелый, и нам тоже, родителям, правда ведь? Потому что мы иногда сами недопонимаем, что нужно сделать, как лучше. Я вам завидую, хорошей белой завистью за это. Я вас поздравляю с этим. Но самое главное, вы дом этот не просто приобрели, а вы дом этот что сделали? Построили, правильно. Своим трудом, вместе с родителями нами, вместе с вашими прекрасными учителями. И я хочу вам пожелать, чтобы вы пользовались этим прекрасным домом всю свою жизнь. И как это положено, как это правильно в семье большой, передавали по наследству своим детям, внукам. Гимназия уже более 10 лет входит в топ лучших школ Подмосковья. Одна из выпускниц этого года, Дарья Малакоедова, стала призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Всего дмитровские школьники завоевали 6 призовых мест на Всероссийской олимпиаде по литературе, русскому и немецкому языках, физической культуре, праву и географии. Сегодня именно тот самый день, когда мы с вами заканчиваем наши школьные уроки и переходим статус выпускников. С сегодняшнего дня, дорогие мои любимые выпускники, вы уже с гордостью и с большой ответственностью несете звание выпускник гимназии Дмитров на своих плечах. За вашими плечами 11 упорных лет вашего труда, 11 лет ваших достижений, успехов, когда-то падений, подъемов. И это так важно, чтобы с сегодняшнего дня в вашей жизни наступила светлая экзаменационная пора, чтобы вы были уверены в своем будущем результате, потому что мы с вами шли к нему эти долгие 11 лет. Кто-то из девятиклассников продолжит учебу в школе, а кто-то поступит в колледж. Одиннадцатиклассники поступят в вузы или начнут взрослую трудовую жизнь. Всего в Дмитровском округе 670 учеников оканчивают в этом году 11 класс и 2105 – 9. И каждому из них педагоги и родители желают удачи и успехов на экзаменах и веры в себя.